Сегодня в России день общенационального траура. Татарстан вместе со всей страной скорбит по погибшим в Кемерово. В республике приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. На телевидении и радио не будет рекламы. Татарстанцы несут цветы, зажигают свечи, минуты молчания вспоминают погибших. Мэр Челнов проверил торговые центры Автограда. Образцовый порядок нужен в таких вещах, заявил Наиль Магдеев. С инспекцией он побывал в 4 торговых комплексах. В некоторых из них не обошлось без нарушений. Пути эвакуации завалены, огнетушители просрочены. Более 100 компаний из России, Турции и Китая. Сегодня в Казани открылся международный форум автомобилестроения. Главное здесь выставка, на которой поставщики сырья автокомпонентов представили лучшие образцы своей продукции.